Сотрудники полиции вместе с бойцами особого назначения закрыли нелегальный нефтепромысел в Энгельсе. Топливо здесь изготавливали по собственной рецептуре. За качеством никто не гнался. Главное для производителя – количество. Предприниматели смешивали бензин с дешевыми горючими жидкостями. Полученный коктейль с мини-завода попадал на частные заправки Саратова и Энгельса. Сотрудниками полиции было изъято более 50 тонн топлива. По данному факту сейчас проводится проверка.